Изменился климат на планете, и погода балует Москву. Любы, Коли, Саши, Светы, Пети ждут давно весеннюю листву. Только весна не придет раньше времени, прежде чем дождь всех согреет, не жалуйся. Вот бы дожить нам до мартовской премии, ты потерпи уж немного, пожалуйста. Вот бы дожить нам до мартовской премии, ты потерпи уж немного, пожалуйста. Здесь не встретишься с детьми под вечер, изменился жизненный уклад. Казаков, разбойников при встрече не играй, тоже виноват. Может быть, годы меняют местами все. Может, и не было детства с причудами. Время беспечности светлое растаяло, видно, размыло весеннее чудо. То время беспечности светлое растаяло, видно, размыло весеннее чудо. То нынче мамы с папами забыли, и к лицу им этот важный вид, что еще недавно сами плыли по мечтам, что грезятся вдали. Что еще недавно знали точно, можно взять любую высоту, если встать на подоконник ночью и вдохнуть вот эту красоту. Жаль, но весна не придет раньше времени, прежде чем дождь всех согреет, не жалуйся. Вот бы дожить нам до мартовской премии, ты потерпи уж немного, пожалуйста. Вот бы дожить всем до мартовской премии, ты потерпи уж немного, пожалуйста. Ты потерпи уж немного, пожалуйста. Здравствуйте. Есть такие цветы, которые напоминают мне солнце. Яркое солнце. Вот, и они у меня остро ассоциируются с разгаром весны. И имеет свойство непостижимо возвращать в прошлое. «Одуванчики» — так называется следующая песня. Расцвела ты в мае, а я любовь раздразнила сердце, да расплескала по земле среди травы светло-желтые цветы, те, что девочки венки заплетают. Был я в детстве заводилой у басоты, да и нынче не тяну на поймальчика. Одуванчики цветы очень редкой красоты, если дунешь сразу нет одуванчика. Одуванчики цветы слишком хрупкой красоты, но чуть тунешь сразу нет одуванчика. На окошке кактусы герань, загуляла мурка до утра. Одному тоскливо на диванчике, снятся мне всю ночь одуванчики. Одному тоскливо на диванчике, снятся мне всю ночь одуванчики. По весне по пояс весь в облаках, летом по колено в речке не беда, что в карманах не гроша, все же сладко так дышать воздухом весенним этим, как всегда. Был я гордым, проворонил всех синих птиц, да и нынче не умнее болванчика. Расцвели опять цветы нереальной красоты, затерялась моя жизнь в одуванчиках. Эти чудные цветы нереальной красоты, затерялась моя жизнь в одуванчиках. На окошке кактусы герань, загуляла мурка до утра. Одному не спится на диванчике, все мерещится одуванчики. Одному не спится на диванчике, все мерещится одуванчики. Выйду на крылечко, перекрещусь, утренние звезды шепчут, спать пора, но в потьмах среди травы
предрассветные цветы соберу по закоулкам со двора. Был я глупым, все мечтал сбежать на волю. Мир мой узок стал, как дно у стаканчика. В каждом городе цветы, что любили я и ты. Может, вспомнишь ты меня, одуванчика. В каждом городе цветы, что любили я и ты. Может, вспомнишь ты меня, одуванчика. На окошке кактусы герань загуляла мурка до утра. Утаскливо на диванчике спятся мне всю ночь одуванчики. Свет в окошке, вот и все пора. Отдохнули души до утра. Одному не спится на диванчике. Снятся мне всю ночь, все мерещится. Ох, мешают мне одуванчики. Спасибо. Это все уже где-то было. Пальцы врут, сердце рвет звон. В темной комнате клонит в сон. Да гитарный врет унисон. Размалюю небо, как хочу. Захочу, расплачусь, улечу. У открытого окна нету дна. В городе пыльном и душном испарилось все молоко. Парива стоит высоко, жутко душе непослушной. Самаре, наверное, чайкою упорхнул с другими в стайке. Но остается лишь помечтать опять. Это все уже где-то было. И беда, и изменный мир. Кто-то мстит, кто-то льет эфир через щели озонных дыр. Убаюкаю детей и мамы колыбельной в минорной гамме. Ночь одеяло тепла отвела. Может, счастье снова ждать глупо. Может, не для всех звездный купол. Может быть, любовь игра до утра. Может быть, любовь игра до утра. Следующая песня новогодняя посвящается Новому году в России. Новогодняя близится. Хочется в баню, хочется выпить и сблизиться. Я так мечтаю, чтобы ты стала Снегурочкой. Легче характер, в чем-то наивною дурочкой. Хочется, в общем, чтоб чудо случилось, но только красиво и без последствий. В снеговика, чтобы баба влюбилась снежная. С икрой и с шампанским иду я по улицам города. Парочки жмутся, руки трясутся от холода. В окнах домов отражается вечер. Стол накрывают, готовятся к встрече. Ждут наступления праздника вечного доброго. Кружатся снежинки, танцуют. Мороз на витринах рисует. И дух мандаринный повсюду. Сияет на елке звезда. Не спят этой ночью соседи. Не спят в зоопарках медведи, не спят джентльмены и леди, не спит вся большая страна. Хочется верить, что есть на свете Дед Мороз. Вот бы мне встретиться с ним и решить лишь один вопрос. И я загадаю яркие ночи, солнце и море в Крыму или Сочи. Людям всем счастья, радости, нежности хочется.
кружатся, кружатся снежинки, танцуют, мороз на витринах рисует, и дух мандаринный повсюду сияет на елке звезда. Не спят этой ночью соседи, не спят в зоопарках медведи, ни Путин не спит, ни Медведев, не спит вся родная страна. Поздравляем, поздравляем, с Новым годом поздравляем, поздравляем с Новым годом, ура! Знаю я точно, что чудо случилось, очень красиво и без последствий. В снеговика баба влюбилась местная. Кружатся снежинки, танцуют, мороз на витринах рисует, и дух мандаринный повсюду сияет на елке звезда. Не спят этой ночью соседи, не спят в зоопарках медведи, ни Путин не спит, ни Медведев, не спит вся родная страна. Держать паденье миг, перед бездной разлетаться, осознать, чего достиг, ведь друг на миг отдаться. Сон сковал нас, словно лед, и полгорода во сне, а я гуляю по весне, по переулкам теплых фраз. Ну, хоть бы раз, ну, хоть бы раз мне ощутить святой полет. Разорвали полюса нас, растащили по земле, расстояние в мгле, все спасает лесопас. Этой ночи отпусти на водопой больную душу, ты спроси, прошу, послушай, поспеши скорей спасти, спасти меня. Ты тело груз непосильного томления, разбудить свой ум несмелый и рвануть против течения, утопить в погоне смерть, расквитавшись с темным страхом, чтоб очнуться ото сна и лететь, лететь от плахи. Будь ты рыцарь или раб, ты заплатишь за свободу. А сколько в небесах воды, а сколько слез прольешь, поди, твой рассудок. Но кто осудит, город спит, твой дух ослаб. Разорвали полюса нас, растащили по земле, расстояние в мгле, все спасает звездопад. Этой ночи отпусти, свет окна. На чердак пришла шальная голубиная весна.
На крылечко вышла Катя в белом платьице сады. Распустились Катин батя, вынес пацанам воды. Распустились Катин батя, вынес пацанам воды. Мать последнюю зимою померла, он и горевал. Но вернулся в Подмосковье, как и все навоевал. Так и жили мы, ребята, жизнь ни поле, мир не лес. Мы весенние опята с говорком наперевес. Мы весенние опята с говорком наперевес. Годы красною рябиной на губах растают. Наша жизнь — это малина, слаще не бывает. Наша жизнь — это малина, слаще не бывает. Знать, Катюшенька влюбилась комсомольской весной. Словно роза распустилась, не дает шпана бой. Ходит в почте, письма пишет, гости ждет, его пождет. Только не дождаться, слышишь, он сидит который год. Только не дождаться Мишу, он сидит который год. Ты не вешай нос, девчонка. Мы живем в России, нам отмерено вон сколько. Хоть и не в России, нам отмерено вон сколько. Хоть и не просили, воля, волюшка родная. Дом старинный, свет окна, на чердак пришла шальная. Голубиная весна, голубиная весна. А полетим за Борея, там, за беспредельностью океана мудрости, речи остров правды, весь усыпан деревами славы, иного рода слава куста, иного древа могуч, а посреди леса густого иное возвышается, как бы переливаясь, радужно блестит, подобно клинку вседержителя звездного. По земле, как река течет, молвят слово русичи былиною. Не гадай ты далью, звездочет, все поведай ты змею недлинною. Филин, обернись камнем у пути, обойди опушкою зло озера. С ветром поборись, да сумей войти, ты вратами обуйдем не козьим, да. Да не горюй, не убивайся по пути, да далеко. И не стыдись ты бараны, да русых кудрей золотых, а хоть черны глаза до их, да не задавит колесом, не переломит дух твой злое своеволие темноты. На земле твоей, да не забудь ты, потуши костер и больше не смотри назад, и не ищи родную, и коня не береги. Закрой глаза и по степи, как серый волк, перебеги. Ты знаешь всю ее подлунно-соколиную. На земле твоей, на земле. Коли упадешь на щит и кровью напоишь траву, ты засверкаешь серебро, как херувим в ночи, и сердце доброе в груди, да души страх да победит, и закричит лукавый ветер, запоет и мотив.
наша жизнь поплывет по протокам венками. Возвращайся скорее, и меня ты не мучай. По некошенным травам не летай, соколенок. Я сегодня упала, и ванна купала, и уснула глазами, а душою беленой все ходила, брати, огня-то искала. Пролесье темно, черным снегом замело, тропу да пойди, найди. Ветер да раз, да огнями небеса дрожат, голову кружат. Моя милая дочь, улетела ты птицей и поила всю ночь душу чистой живицей. Поспешу, полечу за околицу к ветру, прыгну через костер, не забыв помолиться. Пролесье темно, черным снегом замело, тропу да пойди, найди. Ветер да раз, да огнями небеса дрожат, голову кружат. Наигралась ночь стаи уток притихших, да небесные рави разверзлись молвой. То медвежья охота искали толпою, хороводы огней за ночь душу сгубивших. По нехоженым тропам не летай, соколенок. Я сегодня упала, на Ивана купала, и уснула глазами, а душою беленной все ходила, бродила, огня да искала. Темно, черным снегом замело, тропу да пойди, найди. Ветер да раз, да огнями, да небеса дрожат, голову кружат. Пролесье темно, черным снегом замело, тропу да пойди, найди. Сегодня в студии «Пространство голоса» наш замечательный гость Михаил Калгин, автор, исполнитель, актер, лауреат многих фестивалей. И Михаил подключился к акции, к благотворительным концертам в помощь детям Татьяны Красовской, за что мы выражаем огромную благодарность Михаилу. И, конечно, хотели бы услышать его историю сегодня без пояснений обычных по поводу Татьяны Красовской, потому что, к сожалению, Михаил не знаком был с Таней, и думаю, что если бы она была жива, она бы сегодня была здесь с нами, так как она приезжала сюда много раз и встречала наших гостей, и всегда это была замечательная атмосфера, которую, конечно, Таня придавала особую какую-то невероятную мягкость. Вот. Но сегодня мы, так скажем, интересуемся судьбой нашего гостя. У нас реванш, потому что вчера мы долго разговаривали, я много рассказывала о Новосибирске, о проекте, о себе. И сегодня я задаю вопрос Михаилу о его творческом пути. Расскажите немножко. Ну, творческий путь, это так глобально, я думаю, что... Просто творчество. Потому что путь — это что-то такое
непрерывающийся, наверное, да, такой прям человек пошел, и у меня это было с перерывами. Вот, как бы из образования творческого, это театральное училище за плечами. Театральное училище Нижегородское имени Собольщикова Самарина, но теперь вот оно стало имени Евгения Евстигнеева. Вот. Ну, в общем, я Собольщикова Самарина заканчивал. Вот. Музыкальная школа по классу гитары. Ну и стихи, попытки. Да. Вот, значит, фестивалями я увлекался давно, наверное, сразу после армии, лет с 21-го я поехал в Краснодар как раз поступать. В музыкальное училище не поступил и пошел на режиссуру. Вот там проявились актерские. Так вот получилось, что я решил не оставлять этот город, саму идею заниматься творчеством. Думал, ну, может быть, чуть позже там, и так далее. Но это было непросто поступить по классу гитары классической. Вот. Значит, я продолжил учебу в Краснодарском институте культуры. Занимался режиссурой. Там проявились какие-то актерские способности. Потом так сложилось, что я ушел из института. И, значит, уже в свое время уже переехал в Нижний Новгород, когда начались проблемы с войной, в общем, в Чечне, боевые действия и прочее-прочее, да, такие неприятные моменты. И мы вынуждены были бежать по очереди. Сначала отец уехал в Горький, в Нижний Новгород, а потом я, а потом, ну, и мы маму ждали. В общем, такая вот ситуация. Вот, и я переехал туда, и там, как бы, я не оставил эту идею, мне понравился театр, вообще, эта идея, да, я, как бы, да, я не думал, что я буду театром заниматься, но вот как-то он так вошел в мою жизнь, и у меня получилось. Я проучился достаточно успешно, год или полтора приблизительно. Вот. А потом мы переехали, вот я говорил уже, да. И вот, значит, это случилось, я поступил, значит, я сходил в театр драмы, Нижегородский театр драмы, на пьесу «Ромео и Джульетта», и был совершенно потрясен и поражен, и хотел узнать, просто мне было интересно, вот кто же, собственно говоря, вот этот человек, который, что за коллектив такой, что за человек, который вот это поставил. Оказалось, что это был Василий Федорович Богомазов, ныне покойный, он выпускник знаменитого курса Товстоногова. Он был одним из лучших учеников, отличник и прочее. Кстати, начинал свою творческую деятельность, он, по-моему, здесь, в Новосибирске. Новосибирском, да, возможно. Надо уточнить, я просто сейчас могу не ошибиться, но, по-моему, Новосибирск. Вот. Значит, переехал он в Нижний Новгород, и как раз он набирал курс в этот момент, когда это произошло, курс. И вот, собственно говоря, я, как интересующий человек, который поставил перед собой цель, которую нужно добиться, потому что надо познакомиться с этим человеком, я решил просто прийти, но, как бы, не надеясь ни на что, просто, ну, подружиться, может быть, как-то о себе заявить. Вот, и совершенно был такой случай, такой экстремальный, потому что я работал на заводе «Коробка скоростей» в то время, да, занимался, мы делали кузова для «Газелей». Я там был штамповщиком, вот. И надо было обязательно с пропусками как-то уходить, а прослушивание было днем. Поэтому что я сделал? Я переоделся в одежду, все свернул, отдал мужикам, попросил мой пропуск отдать, а сам через забор перемахнул и поехал в театральное училище познакомиться. В общем, я так познакомился, что меня взяли на курс, я закончил его это был 1999 год. Я учился, так получилось, что я учился с одной интересной актрисой нашей, российской, на одном курсе, с Ариной Пеговой. Это та самая, которая «Космос как предчувствие», да, и так далее. Да, вот, у нее много ролей. Актриса. Да, очень яркая актриса, Ирочка, да. Вот, мы учились на одном курсе с ней. Ну, там были еще яркие люди, да. Вот. Так получилось, что в театре я сейчас не работаю. Я пытаюсь создать театр с нуля в коллективе с хорошим режиссером, который мне тоже нравится, как ее работа, я видел, там мне нравится, как она работает, что она делает с непрофессиональными артистами, как она их поднимает, просто с нуля людей. И вот сейчас я, как бы, вот надеюсь, что у нас получится театр, вот он с нуля. Мы делаем Шукшина, по рассказам Шукшина, мы ставим это с нуля, мы работаем, у нас есть цель, план весной показать этот спектакль. Вот
Вот. Значит, долгое время я не занимался театром, но после театрального училища я сразу же был принят, один из, по-моему, я один из курсов был принят, да, один, в театр комедии, Нижегородский театр комедии, mm-hmm. да. Вот, еще тогда Семен Эммануилович Лерман, бессменный, на долгие годы художественный руководитель этого театра и так далее, и режиссер главный, вот меня взял. Он пришел к нам на выпускные, на дипломный спектакль и сказал, вот этот парень мне подойдет. Ну вот, я проработал недолго, потом я ушел с театра, так получилось, что я увлекся вопросами веры. Ну, у меня был такой период, когда я просто искал самоопределение внутреннее, я искал как-то внутренний стержень. И, в общем, короче говоря, был такой момент, когда это не соприкасалось, я решил побыть без театра, покопаться в себе. Ну, знаете, такой период нужен, как бы, mm-hmm. да, в жизни человека. Вот, да, разобраться в чем-то, все поставить на места. И это как бы так затянулось, и в результате я вернулся в театр. Я вернулся в театр, но не смог потом работать по состоянию здоровья. Не буду уточнять. В общем, короче говоря, с театром у меня как-то не складывалось. И даже я пытался в последние вот годы как-то пойти по этому пути, но как-то вот не складывалось. Не получилось. Вот там не получилось, то здесь. Ну, в общем, вот. Сейчас, думаю, должно получиться. А то, что касается ваших киноработ? Кино – это совершенно случай такой. Это было дело случая. Я приехал к Вове, к Володе Крестовскому, как раз в Москву. Он снимался тогда в ремейке, ну, фильма, значит, «Знакомство вслепую», то есть на российская версия mm-hmm. этого кино, тот фильм, где еще Ким Бессинджер с Брюс Уиллисом играли, вот, такая вот история, ну, на российской, как бы, вот, mm-hmm. на российский mm-hmm. манер. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Да, и я, собственно говоря, это совершенно каверзный, смешной случай, потому что я приехал к нему после долгих лет, вот, мы не общались, так сложилось в нашей жизни, что не общались, потом все нормально, мы общаемся. Я приехал к нему в гости, он говорит, я снимаюсь в кино, пойдем. Кстати, я тебе покажу нашему продюсеру, вот, может быть, как-то там заинтересуется, давай, может быть, я поговорю, может, тебе какой-то эпизод дадут. В результате мне нашли эпизод, получилось так, что он был достаточно смешной, его сняли. Но в какой-то момент я пришел на премьеру этого фильма, и там меня не было на премьере. Вот как-то вот кино вот так у меня впервые. Но я, конечно, расстроился, с одной стороны. С другой стороны, удивительным образом я присутствовал. Но я был несколько дней на съемочных дней, я жил у Володи, и мы ездили в кино, в его там рабочий график я вписывался, как-то мы с ним там. Вот, я жил у него. Значит, и на съемочной площадке ко мне подошла директор фильма. Вот этого. И так она как-то завела разговор, она, видимо, хотела как-то меня пощупать, что за друг такой. Он же звезда, как бы, да, ну, как бы он друг звезды. Кто это? Что за человек такой? Вот, и она как-то, значит, не то что с недобрыми намерениями, но прощупать меня. И так оказалось, что в разговоре как-то я понравился ей. Вот, как-то она так, да, как-то говорит, а давай я тебе помогу. Как-то вот так напрямую говорю, а давайте. Вот, и как-то она взялась за меня, и вот она меня в кино, значит, в сериалы, в художественное кино, стала меня как-то вот. И вот с этого момента, это был уже 10-й год, mm-hmm. с этого момента началась какая-то творческая такая дорога, связанная с кино. Как-то я приезжал, снимался, уезжал в Нижний и так далее, вот что-то вот. Вот, несколько лет это просуществовало, вот, потом по семейным обстоятельствам, связанным со здоровьем уже моей матери, я вынужден был, то есть, обосноваться в Нижнем, то есть мне было трудно выбираться, и было много ситуаций, когда я просто, ну, мог подвести. В общем, мы расстались с ней, чтобы никому не было обидно, ну, в общем, как-то вот с кино как-то у меня затормозилось, вот, в плане того, что я снимался, меня приглашали друзья, есть короткометражки там для фестивалей, mm-hmm. есть какие-то еще дополнительные, но вот чтобы так это было стабильно, когда это, ну, скажем, темп и стабильность ушли, поэтому изредка это происходит сейчас, в данный момент. Ну, я думаю, сейчас у всех, наверное, отсутствуют темпы и стабильность. Но сейчас, время да. сейчас непростое, поэтому, конечно, я надеюсь, что все-таки придет какой-то новый когда-то у нас и восстановится. А сейчас, я думаю, что замечательный совершенно период для того, чтобы что-то создавать новое. Это самая идеальная ситуация, когда нет суеты, когда нет беготни, когда есть возможность, наверное, погрузиться, да, какие-то вещи более глубоко, и тебя внешние факторы не отвлекают. Поэтому я очень надеюсь, что время это нам пойдет на пользу.
Вот. Ну, мы здесь встретились с вами как с автором-исполнителем, поэтому последний, конечно, такой вопрос. А, я вообще считаю, что, наверное, какое-то зерно, оно всегда где-то в детстве, да, существует. Вы говорите, что путь был с определенными перерывами. Ну, перерывы могут быть вынуждены, если вы вынесли это, донесли до сегодняшнего дня. Наверное, оно существовало и ждало просто своего времени. Да, так бывает. Да, то есть вот об этой вашей области немножко расскажите. Когда начали писать, что побудило, каким образом это все проявляется и реализуется в вашей жизни? Писать начал, пробовать. Еще в армии, вот у меня есть песенка, она была навеяна как бы казачьими песнями Александра Яковлевича Розенбаума. Вот, я слушал, ну, разных там автор-исполнителей. Вот, это было вот, я попал, так случилось, что, ну, там, я служил в Германии, тогда еще в Восточной Германии, Гитлербургский гарнизон, 120 километров от Берлина, и климат, видимо, как-то вот, не знаю, как бывает, вот что-то вот со здоровьем, вот что-то там у меня. Вот, ну, ничего серьезного, ну так бывает, немножко подлечиться. Вот я лежал в клинике, там, в Залдатской, и все, и вот мне, значит, это. И там у меня вдруг пришла музыка, мне пришла, я решил написать текст, песню. Вот. И как-то вот это была первая такая, вот такой опыт. Вот. Меня в Германии, кстати, в армии часто эксплуатировали, там какие-то были клубные дела, что-то там какие-то, ну вот меня приглашали так подыграть что-то там на сцене, ну в общем как-то это не уходило из моей жизни, в принципе, да. Вот, значит, и потом, значит, после армии я пришел и, значит, я продолжил какие-то песни пробовать играть, петь и что-то писать, но я не могу сказать, что сразу все получилось, но все-таки в какой-то момент у меня была встреча с Володей. Вот я как-то вот он на меня тоже повлиял, как-то вот мы с ним вместе что-то творили, писали, и вот я смотрю, как он работает, потом все больше, больше. В результате я попадаю это было как раз сразу после армии, я будучи в Краснодаре, я попал на один фестиваль, вот очень важный момент. И я приехал туда с песней, написанной на стихи моего друга, товарища по учебе в Институте культуры, вот, и стал дипломантом этого фестиваля, просто вот как-то вот так получилось само по себе, я ничего особо не прикладывал, понравился я. Вот, и потом уже в Краснодаре меня пригласили, был конкурс такой «Город зажигает огни», и я написал свою первую фолковую песню от женского лица, вот, «Невеста» называется, и я как раз стал вот там уже, как бы я там уже стал дипломантом, я не помню, то ли лауреатом, ну, в общем, попал в тройку и снимал телевидение краснодарское. И вот как-то все это, и мне как бы мой педагог Михаил Константинович Найденко, потрясающий профессионал своего дела, педагог, и он мне сказал, я помню тогда, вот он мне сказал, это как сейчас помню, он сказал: «Михаил, вам не надо уходить», я ушел, я уже говорил, что я ушел из института, «вам не надо уходить, вам надо заниматься творчеством, потому что вы сделаете себе карьеру в музыке, в живописи или в стихосложении, или в театре. То есть у вас это получится, потому что вам дано». Ну, то есть природа. Да. Вот что-то вам, да. И вот тогда я задумался об этом серьезно. И вот как-то вот так случилось, что один фестиваль, другой, где-то что-то, там больше, но как это бывает обычно, по нарастающей. Ну, это не у всех бывает по нарастающей, и слава Богу, что это происходит. Значит, ваш путь был такой. Спасибо большое за то, что вы приехали сегодня к нам, за то, что вы участвовали в этой акции, и что мы имели возможность вас записать сегодня и побеседовать с вами. Спасибо. Мне тоже спасибо очень... вам огромное. Спасибо. Стоялась голова, будто в озере подгнившей, бродят мысли, так сказать, не могу подняться выше. Разухабистая жизнь опалила оперенье, даже ангел мой притих, нет высокого парения. Кто-то там все время учит, как с душою совладать. Нет, не учит, просто мучит. Дело темная вода, дело темная вода.
заведена уж в бороде. Да в ребро все метит нечисть, шепчет совесть быть беде. Довела тебя беспечность, подвела под монастырь. Не забудь же помолиться, вдохновенье на шатырь просветляет наши лица. Кто-то там все время дразнит нас природу теребя. Нет, не дразнит он опасен, жизни учит всех любя. Жизни учит всех любя. Иной иллюзии — это красота. Мне на дно глазного яблоко ложится. Не рожден я птицею, но хочу летать. Не могу, друзья, остепениться. Вещи рвут с себя личину, так сказал поэт. Мужчина только в 40 лет и начинает жить. Но вещи рвут с себя личину, знать на то есть все причины. В общем, 40 лет я начинаю жить. Пока чинулась жизни суть колесницы и фаэтона, так опасен этот путь светло-звездного пандона. Подать вниз, ой, высоко, за край неба ухватиться, но падение закон распрямляет крылья птицы. Если ты летать не можешь, значит, можешь ты ползти. До канала осторожность, я прошу меня спасти. Нет, молю, скорей спасти. Иной иллюзии — это красота. Мне на дно глазного яблоко ложится. Не рожден я птицею, но хочу летать. Не могу, друзья, остепениться. Вещи рвут с себя личину, так сказал поэт. Мужчина только в 40 лет и начинает жить. Но вещи рвут с себя личину, знать на то есть все причины. В общем, в 40 лет я начинаю жить. Застоялась голова, будто в озере подгнивши. Бродят мысли, так сказать, не могу подняться выше. Застоялась голова. Спасибо, спасибо. Осенью потянула ее ввысь. Лес брусникою устлан. Нелегко, коли ты рысь, угодившая в капкан. Слышишь, с неба плач размягчит, может, сердце звериная кровь. Ты же не палач, ты же знал любовь, ты же не палач, ты же знал любовь. Был охотник хитер, знал, у пятнистой есть дети. Вот и делала круги по земле, мяло настил. У рысят без тепла страх, нету мамки, забылась. Но сейчас завизжат, ах, что же делать, спустилась. Слышишь, с неба плач, кровь азартная в дрожь бросит щерк, тёлкнет курок. Ты же не палач, смерти ты пророк. Охотник приметлив, крался тихо, чуть слышно, как теперь убиватели, ту, что в муках чуде дышит, будет стыд гнать его прочь. Глаз раскосых, кошмар в снах, он, вернувшись, обнял дочь, глядя сам весь в слезах. Слышишь, с неба плач, размягчит, может, сердце звериная кровь.
плач, хоть убила любовь. Совсем не сплю по ночам, отчего брожу один до зари. Кто же сглазил да тоску подарил, голову свихнул, как горький качан. А кто же наколдовал да грусть подарил, голову свихнул, как черный качан. Разум помутил мой синий закат, опьянел каблук, наевшись росой. Вырубил траву да звонкой косой, простучал подъем к утру аккурат. А вырубил траву да нотою соль, простучал подъем к утру аккурат. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на. Совесть наказала все сухари срочно перепрятать, хоть я не кулак, чтобы по весне задобренный дьяк Злату замуж выдал мне, подарил. Милая золотыми косами плеть до земли совьет, да мимо пройдет. А кто злати мил, никто же не поймет, оттого не знаешь петь или реветь. А кто злати мил, никто же не поймет, оттого не знаешь петь или реветь. Люблю невымерен срок, не сравнится нам с их доброй парчой. Мы под знаменем с усами ничего, власть теперь другая, списана брок. Митрич председатель сватью заслал, а я недавно на бар ночью забрел. Перед смертью дьяк совсем не кричал, ей же шею светлой косою заплел. А что-то я совсем не сплю по ночам, отчего брожу один до зари. Кто уже сглазил да тоску подарил, голову свихнул, как горький качан. А кто ж наколдовал да тоску подарил, голову свихнул, как черный качан. Ла-л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 а. Романс называется «Лилечка». Пинчуга согбенный, поникший, грязный, стоял и качался в ночной тишине. Запел соловей как-то вдруг несуразно о счастье, любви и о верной жене. Петруха тряхнул головою седою, и слезы на землю опять. И стало вдруг душно, что ж делать с бедою, с любовью прекрасной и светлой Лили. Будьте счастливы, вечно, Лилечка, пел он шепотом нежно навзрыв. Помню, как в саду с вами пили чай, как колечко я вам подарил. Песня светлая, ветром венчана, прилети мотыльком наугад. Прикоснись к чему, Лили, стечина, белый пел он в ночи не в попад. Пропойца прохожий упал на колени и перекрестился на церковь и вдали. Он силился вспомнить название имения и титул родителей светлой Лили. И тот разговор, что затеял папаша, и жгучей пощечины низкой укор
сестру милосердия, ангел Наташу, и с Богом в окопе, в слезах разговор. Будьте счастливы, вечно лиричка, белым шепотом нежно на взрыв. Помню, как в саду с вами пили чай, как колечко я вам подарил. Песня светлая, ветром венчана, перейти мотыльком наугад. Прикоснись к челу лилистичной, белый пелочи не в попад. Прикоснись к челу лилистичной. Следующая песня называется «Что ж ты плачешь?» еще раз, я прошу прощения. Судьбы, незадумчивость праздная, гордых сердец и нравственный холод заклёкшей мольбы, как разбившийся озим хрустальный венец. Эти чувства знакомы окутанным мглой, что так скоро под вечер проникнет в твой дом. Чайник быстро скипит, ты поймёшь, мир не злой, только часто не верят всем любящим в нем. Что ж ты плачешь, красавица, стой и не слушай голос ты мой. Твоим думам, увы, увы, суждено быть в плену горьком, но все равно свет единый твой горестных глаз мир от холода страшного спас. Слезы женские — это не траурный шок, не заблудший орган, надпевающий мир, и не шепот листвы, потребляющий смог, и не вера, протертая борью да дым, то не радость войны, всех созвавшей на пир. Может, стон матерей, посидевших за миг, может, память, а может, отчаяние крик, или света прозрей, зашедший тупик. Что ж ты плачешь, красавица, пой, голос мой превращается в твой. Твоим думам, увы, увы, запретить я боюсь, чтобы не остудить свет единый твой горестных глаз, что от хаоса грубого спас. Слезы женские — это не девичий груз, осужденный, израненный, вечный покой, как в колоде из дней тех изменною туз, тычет в спину притворно коварно иглой. Не обида на муть, превращенную в жест, откровение познания, как вечности суть, эти слезы впитали в себя Божий крест, воскрешая надежду у будущих судьб. Что ж ты плачешь, красавица, жди, голос мой так похож на дожди, что приходят внезапно, внезапно с небес, переполнивший дом тяжкий вес, жив молитвой свет горестных глаз, побеждавший обиды не раз, не раз.
глупости несусветною стали истины эти вдруг. Город выпьет грусть предрассветную, тетива беды тянет лук. А может, мир поумнел и стало в нем меньше фальши, но заповедей предел был нами задвинут подальше. Не кидай друзей, не лги соседу, не летай на метле по ночам. Не спи с женою друга, быть бедом неоправданно вдруг не серчай. По любви живи, не от мнения, не точи свой топор, вырви месть, не бери сверх в толк, знай сомнения, и у ангелов тоже есть, есть. Серафимов круг опустился вдруг к небу первому, став росой. Слушать землю им больно, плакали шестикрылые в этом соль. А может, космос даст знак, потоп мысли разбередит и лик поместят на стяг. Дальше жить без ума погоди, не бросай за спину недоделов, не перебирай дар, вот и брат, не воруй в черную и в белую, не бери без нужды автомат, не дурмань кровь свою родовую, в угоду бесам не путай смысл, разорви ты судьбу бедовую, что горстью заповедей повисла. Не кидай друзей, не лги соседу, не летай на метле по ночам. Не спи с женою друга, быть бедом неоправданно вдруг не серчай. По любви живи, плюй на мнение, не точи свой топор, вырви месть, не бери сверх в толк, знай сомнения, и у ангелов светлых есть. Любовь Конокрада. Света беж раскидала по полям, думы бродят, ветер свеж хороводят, тучи бел. Ой, запала цыгану в душу девка. Спасая, Люба, Любу спасая, украду у Ивана, да седло прихвачу я конокраду. Негоже возвращаться на ложе без седла. Ой, кочую я, а коль хочу я, кочую, а хочу заночую, что уж ты, конь, растревожен, знать погоню. Почуяла конь буланы мой, мне молитва, а кто свободен под небесами, я любовью твоей политый, не запачканной словесами. За ограду нельзя, но сердце за любимой, ой, пропадает. Конь мой об этом знает, что пасется за поворотом. Люба, будешь моею, я тебя разодену. Не прощу я измену, уж тебя я согрею. Может, утром разбудят выстрел в спину рассвета.
Погулял я по свету вдоволь, ладно, да будет. Конь буланый мой, мне молитва, кто свободен под небесами, я любовью твоей политой, не запачканной словесами. За ограду нельзя, но сердце за любимой, ой, пропадает. Только филин об этом знает, что воркует за поворотом. Раскидала по полям, думы бродят, ветер свеж работят, тучи бел, ой, пропала девчина, простонала, что ветер, кто ж за Любу в ответе, а пуля что? У Ивана, а конь буланый мой, мне молитва. Кто свободен под небесами, я любовью твоей политы, не запачканной словесами. За ограду нельзя, но сердце за любимой, ой, пропадает. А только конь мой об этом знает, тихо плача за поворотом. Есть способ победить тоску, наполнить ожидание смыслом. В кораблем конвертик выслан, в бит-индекс компасом в доску. Меридианом чувств связал временно-суетные вехи, да телефонные прорехи, бегущие в никуда вокзал. Сближение призрачно, оно воспоминанием терпким мнится. На расстоянии измениться, увы, нам не всегда дано. Взывает к Богу чувств вагон. Гудками вздохов ритм воли несет сердечный приступ боли за убегающий перрон. И море неизвестных смыслов, тоску в тоске не победив, надежду с миром отпустив, незримой почтой чувства выслов, небесным кораблем домчится, в окошко ветром постучит, слезой подушку промочит. А может, сном к утру приснится. Не держите меня, я уеду в Москву, пусть заплачут родимы стен. Всем прощаю я грубую злую молву, а Покровской прощаю измену. Знать от кос погасился домашний в бреду, одурманенный страхом, что ветер надул. Горизонт зацепился и тянет на юг. Купола золотые, что спать не дают, с неба срываются капли дождя. Ветер кричит мне еще подождать. Может быть, годик странной погоды. Слишком привыкло ей сердце гадать. Распрощаюсь с друзьями, а может быть, вдруг мне придется вернуться, схвативши недуг. Но чураться не буду я доли своей. Волги стон, ты дороже московских огней. Породнилась душа с доброй темной рекой. Стрелка меткой стрелой расстреляла покой. Грудь пронзая до сердца, прибивши к крестам.
И до боли возлюбленным этим местам с неба срываются капли дождя. Ветер кричит мне еще подождать, может быть, годик странной погоды. Слишком привыкло ей сердце гадать. Стали мифом мосты над водою народ, в выходные катает речной пароход. Гений даль разглядел здесь чудесную даль, окских пристаней гомон тумана вуаль. Здесь Шаляпин и Горький сдружились навек, Дегюстин превознес нижний выше Москвы. Наш земляк и декабрист, Трубецкой человек, в ком жила эта ширь, Кремль, соборы и рвы. С неба срываются капли дождя, ветер кричит мне еще подождать, может быть, годик странной погоды. Слишком привыкло ей сердце гадать. Не держите меня, я вернусь из Москвы, пусть не плачут родимые стены. Открещусь, может быть, от вселенской молвы, и Покровка, простишь ли измену? Знать, откос покосился до башни в бреду, одурманенный страхом погибнуть в аду. Горизонт зацепился и тянет на юг, купола золотые, что силы дают. С неба срываются капли дождя, ветер кричит мне еще подождать, может быть, годик странной погоды. Слишком привыкло ей сердце гадать. Спасибо, спасибо.